Всем привет! Сейчас у меня на обзоре газовая горелочка для любителей пеших походов, ну и также рыбалочки и либо еще куда. В общем, где надо приготовить еду на улице. Идет вот в такой коробочке, довольно неплохой. Вот у нее небольшие характеристики. Сама она из титана. Ну, купер-алюминий какой-то тут, непонятно, в общем. Ну, более-менее титановая, скажем так. Весом 98 грамм. Ее размеры, ну, в принципе, очень небольшие размеры такие, чем она мне и понравилась. И, в общем, давайте достанем ее и посмотрим. Так, в магазине можно взять сразу же переходничок для... для того, чтобы подключать к баллону напрямую. То есть вот он, переходничок у меня идет. Брал также в этом магазине. И вот в мешочке идет горелочка. И также идет лейбл магазина и инструкция, как пользоваться. Инструкция на английском языке. Кто знает английский, можете почитать, что тут творится. Так, достанем сначала переходничок, покажу вам. То есть это вот такая вот штучка, которая подключается непосредственно уже к баллону. Здесь замочком она открытая, закрытая. То есть, чтобы с баллона она не слетала. Баллон взял самый обычный, не буду рекламировать какой, то есть ставим и закрываем. То есть все, у нас уже никуда не денется. Так, и вот уже наша горелочка. Идет такой мешочек плотненький. Также есть фирма здесь в мешочке. И достаем саму горелку. Как я уже говорил, горелочка очень легенькая такая. Здесь идет шланг. Это уже мы накручиваем уже на переходничок. Либо есть баллоны, где сразу же уже закручивается по-нормальному так. И здесь регулировка уже подачи газа. Так, горелка у нас на трех ножках. И также вот здесь идут подставочка. И сама горящая часть, откуда выходит пламя. Я ей уже пользовался. И скажу, что она очень-очень мне понравилась. Так, сейчас мы подключаем, значит, к баллону ее. Просто накручиваем. И давайте попробуем уже вскипятить воду. Баллон я уже подключил. Давайте зажигаем зажигалочку и потихонечку открываем уже газ. У нас горит. Можно добавить. Сильно убавим. То есть вот оставляем примерно такое пламя. Ну и заливаем воду кипячение. Для примера взял на кружку воды. Так, кружкой. И посмотрим, за сколько у нас закипит. Ну, в принципе, она закипает довольно очень быстро. То есть это сейчас не на полную мощь даже включено. Сейчас его проверим. Я уже вижу, пар пошел даже. Давайте берем крышку. Здесь уже вода пузырится, то есть прошло буквально там меньше минуты времени. В общем, как мы видим, что вода закипает с этой горелочкой довольно быстро. Ну, плюс еще такая сковородочка, кастрюлька с накопителем тепла. То есть и можно чайничек такой с накопителем тепла взять. И все будет быстро закипать. То есть на природе мы экономим газ.
Ну и при этом все равно малый вес. Вот, как видим, уже все, пузыри пошли уже капитальными. Ну и теперь перекрываем, в принципе. До полного кипячения не будем уже вести. Она уже кипит полностью. Так что вот такая у нас горелочка. Ну это сейчас вот краска с нее сгорает лишняя. Облицовка все равно была. Так что на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.